четвертом издании классификации ВОЗ опухоли пищеварительной системы зубчатые полипы толстой кишки делились на гиперпластические полипы, среди которых описывались микровезикулярные гиперпластические полипы, гиперпластические полипы с большим количеством боковинных клеток и гиперпластические полипы с малым количеством муцина, сидячие зубчатые аденомы полипы с дисплазией и без нее, а также традиционные зубчатые аденомы. Что же изменилось? В пятом издании классификации ВОЗ опухоли пищеварительной системы более подробно освещен зубчатый путь патогенеза аденокарцином толстой кишки. Мутация в гене КРАС приводит к возникновению гиперпластических полипов с большим количеством боковинных клеток и традиционных зубчатых аденом. Эта мутация встречается примерно в 50% гиперпластических полипов с большим количеством боковинных клеток и в 50-70% традиционных зубчатых аденом. Активация сигнального пути ВНТ и мутация в гене ТП53 приводит к развитию хайгрейд-дисплазии в традиционных зубчатых аденомах и развитию КРАС-мутированной аденокарциномы без дефицита белков в систему репарации неспаренных нуклеидов ДНК. Этот путь обозначен оранжевым цветом. Активирующая мутация в гене БРАФ инициирует возникновение микровезикулярных гиперпластических полипов и сидячих зубчатых поражений толстой кишки. Она встречается примерно в 70-80% микровезикулярных гиперпластических полипов и более чем в 90% сидячих зубчатых поражений. Гиперметилирование CPG-островков ведет к развитию сидячих зубчатых поражений из микровезикулярных гиперпластических полипов. Также сочетание BRAF-мутации и гиперметилирование CPG-островков приводит к возникновению BRAF-мутированных традиционных зубчатых аденом. Активация сигнального пути ВНТ и гиперметилирование промотора гена MLH1 приводит к развитию сидячих зубчатых поражений с дисплазией, из которых могут развиваться BRAF-мутированные аденокарциномы толстой кишки с дефицитом белков системы репарации неспаренных нуклеидов ДНК. Этот путь обозначен синим цветом. К развитию BRAF-мутированных аденокарцином без дефицита белков системы репарации неспаренных нуклеидов ДНК приводит к активации сигнального пути ВНТ и мутация в гене ТП53 в сидячих зубчатых поражениях и традиционных зубчатых аденомах. Таким образом, около 30% колоректальных аденокарцином развивается по зубчатому пути патогенеза. В пятом издании классификации ВОЗ опухолей пищеварительной системы выделяют следующие типы зубчатых полипов и поражений. Микровезикулярные гиперпластические полипы, а также как и гиперпластические полипы с большим количеством бокаловидных клеток, обычно локализуются в дистальных отделах толстой кишки и характеризуются воронкообразными криптами, зубчатостью в поверхностных отделах. Эпителиоциты с обильной цитоплазмой, которая содержит отчетливо различимые апикально расположенные вакуоли. Также встречаются бакаловидные клетки в разном количестве. Ядра клеток некрупные, округлые, базально ориентированные. Диспастические изменения отсутствуют. Зона пролиферации располагается в базальных отделах крипт. Гиперпластические полипы с большим количеством бакаловидных клеток характеризуются удлиненными криптами с минимальной зубчатостью и в целом напоминают гиперплазированные эпители слизистой оболочки толстой кишки с более высокими и широкими криптами. Зона пролиферации располагается в базальных отделах крипт, ядра клеток некрупные, базально ориентированы, диспастические изменения отсутствуют. Сидячие зубчатые поражения, как правило, локализуются в проксимальных отделах толстой кишки. Для них характерен горизонтальный рост вдоль мышечной пластинки слизистой оболочки, а зубчатость присутствует во всех, в том числе и базальных отделах крипт. Критерием для постановки диагноза сидячее зубчатое поражение является наличие как минимум одной архитектурно измененной крипты. То есть это Т-образное, якореобразное или асимметричное расширение крипты в базальных отделах. В этом заключается отличие от сидячей зубчатой аденомы из предыдущей классификации, критерием для постановки которой было наличие не менее двух таких крипт. Небольшое асимметричное расширение крипты в базальных отделах не является критерием для постановки диагноза сидячее зубчатое поражение. Зубчатые крипты могут пролоббировать подслизистый слой стенки с образованием лимфоидных агрегатов вокруг. Это не стоит расценивать как инвазию. Для сидячих зубчатых поражений с дисплазией характерны такие архитектурные изменения, как удлинение, сгущение и ветвление в крипт. К цитологическим признакам относят эзинофилию цитоплазмы, ядерную атипию, появление заметных ядрышек и митозов. Разделение дисплазии на low-grade и high-grade не рекомендуется из-за низкой воспроизводимости и разнообразных морфологических проявлений дисплазии.
По литературным данным, гиперметилирование промотора гена MLH1 встречается в 75% сидячих зубчатых поражений с дисплазией. Поэтому потеря экспрессии MLH1 может быть полезной в постановке диагноза сидячее зубчатое поражение с дисплазией. Традиционная зубчатая аденома обычно локализуется в дистальных отделах толстой кишки. Как правило, это ворсинчатое образование с выраженной зубчатостью щелевидных крип, которые высланы высокими эпителиоцитами с широкой эозинофильной цитоплазмой и вытянутыми центрально расположенными гиперхромными ядрами. Митоза встречается крайне редко, и в нашей подборке частота встречаемости традиционных зубчатых аденом составила около 1,5%. Нами было проанализировано 177 образований толстой кишки с диагнозом гиперпластический полип, 15 с диагнозом сидячий зубчатый полип аденома и 3 с диагнозом традиционной зубчатой аденома в период с января 2016 года по июль 2019 года. 45% гиперпластических полипов были реклассифицированы как микровезикулярные гиперпластические полипы, 26% как гиперпластические полипы с большим количеством бакаловидных клеток, 22% как сидячее зубчатое поражение без дисплазии и 7% как сидячее зубчатое поражение с дисплазией. 73% сидячих зубчатых аденом были реклассифицированы как сидячее зубчатое поражение без дисплазии и 27% как сидячее зубчатое поражение с дисплазией. Как мы видим, сидячее зубчатое поражение из новой классификации включает в себя все сидячие зубчатые аденомы и часть гиперпластических полипов из классификации 2010 года. Также было исследовано 16 новообразований с диагнозом сидячее зубчатое поражение с дисплазией, и ни в одном из них не наблюдалась потеря MLH1. Возможно, это связано с небольшим размером нашей выборки, а также с тем, что нам не удалось поймать случаи, которые идут именно по этому пути патогенеза. В дальнейшем мы собираемся расширить нашу выборку и изучить потерю экспрессии MLH1 в зубчатых образованиях как с дисплазией, так и без нее. Такое детальное описание и разделение зубчатых полипов и поражений на первый взгляд может показаться излишним, однако оно имеет клиническое значение в контексте эндоскопического скрининга, поскольку позволяет оценить риски развития колоректальных аденокарцином у конкретного пациента, предположить вероятный спектр их мутаций и планировать индивидуализированный интервал эндоскопических исследований. Спасибо за внимание.